Мне сколько лет, столько и сколько раз я слышал, что нашли от рака, от СПИДа, от разных заболеваний, которые до сих пор. Для рака есть определенные лекарства, если в первоначальной стадии. Я не верю, чтобы они нашли один укол или курс уколов 12 сделал. Пока, я думаю, не в данный момент, то есть не в наше время. Я не верю в этом, что пошли. Это не те заболевания. Рак, имеющий вот разновидности, огромное количество и миллион разных заболеваний раков. Как могут найти один укол или одно лекарство, чтобы все раковые заболевания вот вылечили?